Это время для криминальных новостей в эфире. Итоговая программа «Зона X». В студии Виолетта Соколович. Здравствуйте. Как всегда, обсуждаем громкие события, как в стране, так и за рубежом. Смотрим на них под другим углом, поднимаем острые социальные вопросы. И вот основные темы выпуска. Полетели. На троих 20 лет тюрьмы за общее увлечение. Приговор суда в резонансном деле о взрыве на пустыре в Минске. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Эксперимент, который едва не стоил жизни. В Париже разоблачена сеть арт-контрабандистов. Самый влиятельный музей мира Лувр оказался под ударом. Поддельное заверение – преступная группа, которая отмывает древние артефакты. Недостаточно творить искусство. Также необходимо его защищать. Выясняем, можно ли сохранить ценности от контрабандистов в мире. Битая карта из проекта «Тайны следствия». Было сказано, что, допустим, в эту субботу планируете, собираете всех людей, кто задействован в схеме, и необходимо будет получить на такие-то карты такую-то сумму денежных средств. Кто такие дропы, как отмывали похищенные деньги и почему не стоит разбрасываться реквизитами пластика? Банк не может предъявить, простите, да, то есть там мошенничество, верните нам деньги, кто будет нести ответственность? Раскрываем секреты громких уголовных дел. Итак, мы начинаем. На троих 20 лет тюрьмы за общее увлечение, жертвой которой едва не стал случайный прохожий. Суд в Минске поставил точку в резонансном деле о взрыве на пустыре в столице. Об этом мы рассказывали в начале недели. Напомню, ЧП произошло год назад, 9 июня, в заводском районе Минска. Там 19-летний местный житель, выгуливая вместе с девушкой собаку, случайно наступил на самодельную взрывчатку и получил серьезную травму ноги. В статусе обвиняемых по делу трое студентов столичных вузов. Они проходили сразу по 5 статьям Уголовного кодекса. Что примечательно, и фигуранты, и потерпевшие все примерно одного возраста. Но теперь и годы жизни, которые принято считать лучшими, пройдут совершенно по-разному. История о том, как один несчастный случай может разделить жизнь на «до» и «после» в материале Виктории Радевич. Несколько лет назад эти трое молодых людей из Витебского региона приехали в столицу с большими планами на жизнь. Поступить в вуз, найти работу и не исключено здесь обустроиться. Так все и начиналось. Но никто из них точно не подозревал, что планы полностью перечеркнет лето 2021 года. 9 июня, поздний вечер. Следственно-оперативная группа, спасатели и саперы работают на месте взрыва на пустыре в заводском районе столицы. Незадолго до этого здесь сработало самодельное устройство. Об этом в милицию сообщили медики. На лежащую на земле взрывчатку случайно наткнулся и наступил 19-летний местный житель, который вместе с девушкой выгуливал собаку. Как итог, у молодого человека тяжелая травма. Ему буквально разорвало пятку. Девушке повезло больше. Она отделалась ссадинами на ногах. В ходе осмотра места происшествия были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Это фрагменты бумаги, которые использовались во взрывном устройстве, смывы веществ бурого цвета. Предположительно, кровь потерпевшего, были отобраны образцы грунта непосредственно с воронки, а также сблизи места ее образования, а также фрагменты вещей потерпевшего. Особый интерес у оперативников вызвали найденные на месте ЧП разорванные листы с конспектами. Как выяснится, во время расследования в них была завернута взрывчатка. Записи из тетрадей внимательно изучили эксперты. Спустя 2 месяца кропотливой работы сыщики смогли вычислить вуз и даже группу, где учится хозяин конспектов. А после вышли и на его подельников. В августе на всех троих надели наручники. После допроса подозреваемых выяснится, что молодых людей давно объединял интерес к взрывчаткам. Парни, старшему из них сейчас 22 года, еще двоим по 20 лет, смотрели тематические ролики. Позже простое увлечение переросло в эксперименты. Самодельные устройства, по версии следствия, испытывали в Минске. Начинали со слабых устройств, а со временем объем заряда увеличивался. В квартирах фигурантов была найдена вся необходимая для создания взрывчаток атрибутика. Во время допроса обвиняемые расскажут, что взрывчатые вещества они заказали на одной из российских интернет-площадок. Однако эту версию проверят, а после и опровергнут следователи. Для проверки данной версии одному из обвиняемых было предложено заказать аналогичные химические порошки на том же сайте, и когда они поступили в адрес Минской транспортной компании, была проведена их выемка с последующим назначением соответствующей судебной экспертизы. В результате проведенных экспертных исследований взрывчатых веществ
в заказанных порошках обнаружено не было. Все эксперименты, а следствию станет известно о 4 таких фактах, молодые взрыватели проводили в окрестностях столицы. О том, как это происходило, один из обвиняемых сам расскажет во время проверки показаний на месте. Вот это место, где взрывалось устройство, было... Оно под тем пнем. А еще об испытаниях самодельных устройств станет известно из смартфонов фигурантов. Все происходящее парни записывали на камеры мобильных телефонов. Так правоохранителям станет известна предыстория взрыва на пустыре рядом с улицей Ангарская. Полетели, ударная смесь. Вот это сработало. Сейчас на этом месте идет стройка, а год назад здесь стояла лишь трансформаторная будка. В ее стену парни бросили устройство для детонации, но в темноте промахнулись. Взрыв-пакет, не сработав, так и остался лежать на земле. Во время расследования, а оно длилось около 7 месяцев, свою причастность к произошедшему фигуранты полностью отрицали, сваливая вину друг на друга. 3 месяца назад в обстоятельствах дела начал разбираться суд. Процесс проходил за закрытыми дверями, за которыми и останутся последние показания обвиняемых. По инкриминируемым статьям парням грозило до 10 лет тюрьмы. Но исходя из собранных фактов, суд посчитал, что такой срок – слишком суровое наказание за юношескую тягу к опасным экспериментам. Суд заводского района города Минска постановил обвинить приговор в отношении 3 лиц. Один из обвиняемых признан виновным в незаконных ранений, ношении взрывных устройств, совершенных повторно группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 2 обвиняемых признаны виновными в незаконных изготовлении, приобретении, хранении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, хранении, ношении взрывных устройств, совершенных повторно группой лиц по предварительному сговору, причинении тяжкого телесного повреждения по неосторожности, покушении на особо злостное хулиганство, а также умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. По совокупности преступлений каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевшего о взыскании материальной компенсации морального вреда с 2 обвиняемых в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. И таким правом, к слову, обвиняемые воспользоваться намерены, но даже измененное наказание теперь уже не вернет потерянное здоровье потерпевшего, который, к слову, вердикт Фемиды посчитал справедливым. 20-летний молодой человек пережил 6 сложных операций. Однако, несмотря на все усилия врачей, парень теперь на всю жизнь останется инвалидом. И прежней жизни у него уже не будет, как и у самих обвиняемых. А стоили ли опасные эксперименты загубленной молодости с обеих сторон, вопрос остается открытым. Виктория Радевич, Юрий Сахадзе, Александр Могучий. Зона X. Итоги недели. К сожалению, такие факты не единичны. Барановичах задержан подозреваемый в педофилии. Это неработающий местный житель 1981 года рождения. По информации сотрудников отдела нравов, полгода мужчина насиловал падчерицу. Известно, что происходило это с декабря 2020 года по июнь 2021 дома. Возраст ребенка в милиции не уточняют. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что мужчина проживал в семье более года, находился в браке с матерью ребенка, но вместо того, чтобы воспитывать и заботиться о девочке, совершал в отношении ее противоправные действия. По данному факту Барановичским ОСК возбуждено уголовное дело, предусмотрено признаки состава преступления, частью 3 статьи 167. Санкции статьи предусмотрены наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. За 5 месяцев текущего года установлено 55 несовершеннолетних, из них 12 малолетних, которые пострадали от преступных деяний, совершенных против половой неприкосновенности. Педофилы, которые уже привлечены к уголовной ответственности и находятся в местах лишения свободы, говорят о том, что в свою очередь начинали с обычной порнографии, развивая свои фантазии, перешли на детский порноконтент и после этого уже перешли к реальной жертве. Кстати, в МВД отмечают, что если еще 10 лет назад правоохранительные органы действовали только после заявления от потерпевших или их родных, то есть работали постфактум, то сейчас они действуют на опережение. Кроме того, милицейское ведомство вышло с инициативой привлекать к ответственности людей, просматривающих детскую порнографию. Специалисты уверены, интерес к такому контенту может подтолкнуть потенциального педофила к насилию в отношении детей.
Наркоторговля в Европе вернулась на прежний уровень. Два года пандемии, они снова подняли голову. На этом фоне исландская полиция изъяла рекордную партию наркотиков на 1 700 000 000 крон. Летний сезон открыли все. Вода, пляжи, парки. Отдыхаем безопасно. Когда зоны массового отдыха находятся под плотным контролем правоохранителей, они всегда рядом. Об этом расскажем во второй части программы. Напомню, сегодня мы подводим итоги недели. Продолжим через несколько минут. Это программа «Зона Х» и продолжаем наш эфир. Контрабанда культурных ценностей и трафик через границу значимых артефактов часто становится сюжетом для голливудских картин. Однако и в реальной жизни подобных историй в мировой практике немало. Как уверяют эксперты, озвученные данные, это порядка 20 тысяч за год, могут быть лишь 1/10 от реального числа незаконных перемещений. При этом средний человек едва ли сможет вспомнить громкие дела о пресечении контрабанды. Криминальная деятельность такого рода, как и ей полагается, большую часть времени действует скрыто и тихо. Обращают внимание на проблему лишь когда начинают озвучивать числа. Ущерб от незаконного вывоза одного культурного сокровища от сотни тысяч до порой десятков миллионов долларов. Как сохранить ценности от посягательств контрабандистов в мире? Андрей Семченко расскажет. Лувр, павильон Денон, комната 711 – самая мейнстримная картина известного итальянского художника. Очаровательная Джоконда, загадочная Мона Лиза. 110 лет назад она тоже стала жертвой кражи. К слову, не первой, но самой знаменитой. Вор, живописец Винченцо Перуджа, пытался продать ее коллекционеру из Флоренции, но столкнулся с гражданской сознательностью оценщика и был пойман полицией. Казалось бы, прошло более века, картина под взором камер видеонаблюдения, под контролем сигнализации, за пуленепробиваемым стеклом, а покушения не прекращаются. Конечно, бросок торта в защитное стекло несопоставимо с попыткой нелегального вывоза за границу. Однако центральный объект всегда одинаков – известное произведение искусства. Шедевров в их классическом понимании на 9-миллиардный мир осталось не так уж и много. Стоимость их измеряется числами с 5 и более нулями. Проблема борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей носит международный характер и порой связана с противодействием группам, специализирующимся на хищениях, перепродаже и незаконном вывозе за рубеж произведений искусства, старинных монет и других ценностей. Сегодня незаконный оборот культурных ценностей представляет собой третий по величине сегмент черного рынка, уступая лишь торговле наркотиками и оружием. Он особенно процветает в зонах, охваченных конфликтами, ставя под угрозу не только культурную самобытность народов, но и международную безопасность и мир. Чтобы сохранить культурные ценности, одной работы Интерпола недостаточно. В Италии решили организовать выставку с возвращенными на родину незаконно вывезенными историческими экспонатами. Возраст некоторых реликвий более 2500 лет. Спасенный художественный музей родился из особой потребности. Наконец-то вернуть общественности эти шедевры, которые часто были украдены в результате незаконных раскопок, оказались за границей и никогда не были выставлены в Италии. Изъятые предметы затем возвращаются на хранение, хранятся в закрытом помещении. Но мы решили, что культурное наследие должно быть на обозрении. Поэтому мы создали специальное пространство с запоминающимся названием «Музей спасенного искусства». На выставке представлены артефакты, отобранные из основной коллекции, из нескольких сотен произведений, украденных за последние 50 лет из различных регионов Центральной и Южной Италии. Экспонаты были обнаружены в ходе операций, проведенных подразделением карабинеров по охране культурного наследия. Эта выставка включает в себя около сотни экспонатов из примерно 260 недавно возвращенных из Соединенных Штатов. Здесь представлены шедевры, датируемые 8-4 веком до нашей эры. Это очень древние экспонаты из доримской Италии. Некоторые из них настоящие шедевры, как этот, позади меня, который представляет собой кувшин Питос с одним из древнейших изображений мифа об Улиссе и Полифеме.
Специальное подразделение карабинеров расправляется с мародерами по всей Италии, которые пытаются выкапывать древние артефакты для перепродажи. Так, например, происходило десятки лет в Помпеях, где по сей день вокруг мест археологических раскопок существует густая сеть незаконных туннелей. Правоохранители периодически их накрывают. Только за прошлый год спецподразделение конфисковало более 23 тысяч археологических находок. Артефакты, которые мы видим сегодня на выставке в Музее спасенного искусства, были обнаружены в результате многомесячных расследований. Они были украдены на тайных раскопках и незаконно вывезены, а затем в результате различных переходов из рук в руки оказались в музеях, международных аукционных домах или частных коллекциях. Мы проводили расследование в обратном порядке. Начинали от их конечного местоположения, далее пытались восстановить логистику и в конце концов приходили к личностям грабителей. Мы с уверенностью можем говорить о мародерстве, которое имело место с 70-х годов прошлого века. Это были золотые годы для тайных раскопок и расхитителей могил. В одиночку справиться с гидрой контрабанды проблематично. Более 50 лет назад была принята конвенция ЮНЕСКО о незаконном обороте культурных ценностей. Благодаря ей за прошедшие полвека были приняты существенные меры по разработке и содействию возвращению похищенных или незаконно вывезенных предметов искусства. Это сыграло свою роль. Общественность понимает масштабы проблемы чуть глубже. За годы трансформировалась и работа полиции. Незаконный оборот культурных ценностей сокращается благодаря повышению осведомленности покупателей, благодаря более строгим международным правилам международного сотрудничества, а также благодаря технологиям, которые очень помогают нам в нашей работе, таким как совмещенная база данных, в которых мы сравниваем то, что мы находим в интернете, с объектами, которые мы классифицировали как украденные произведения искусства. Однако мы не можем думать, что незаконный оборот ценностей полностью исчезнет, так же, как не исчезают другие преступления, и поэтому спасенный художественный музей всегда сможет представить нашу работу и прежде всего рассказать людям, что недостаточно творить искусство, также необходимо его защищать. Несмотря на достигнутые успехи, окончательно покончить с этой деятельностью мешает, в частности, трудность контроля над онлайн-торговлей, недостаточная строгость санкций и уязвимость объектов наследия. Все это требует от международного сообщества дальнейшей мобилизации усилий. Андрей Семченко, Зона X, итоги недели. А в Европу вернулась наркоторговля на допандемийный уровень. Об этом заявили в Европейском центре по мониторингу наркотической зависимости. За 2 года COVID-19 из-за многочисленных и длительных локдаунов наркотический рынок, как и все остальные, испытали спад. Оказывается, бывает и такое. Но всего за несколько месяцев после отмены последних карантинных ограничений он не только вернулся к прежним показателям, но готов и превзойти их. Специалисты отмечают, прежде всего, огромное разнообразие синтетики. За последние месяцы обнаружено 6 новых синтетических опиоидов и целых 15 новых видов каннабиноидов, из которых некоторые даже не подпадают под существующие запреты. В правоохранительных органах констатируют, что в целом жители Евросоюза могут легко достать наркотики, даже сильнодействующие. Тенденция нескольких последних лет заключается в том, что люди используют все больше веществ, в том числе веществ, которые не были предусмотрены для такой цели. И среди людей существует тенденция каждый раз искать все более сильнодействующие вещества. Пандемия, очевидно, оказала очень негативное воздействие на психическое здоровье, особенно в уязвимых группах. И, конечно, мы можем упомянуть экономический кризис. Все эти элементы способствуют усилению давления со стороны рынка на существующих или потенциальных клиентов. На этом фоне исландская полиция изъяла рекордную партию наркотиков. Ее стоимость оценивается в 1 700 000 000 исландских крон. В раскрытии контрабанды бойцам наркоконтроля островного государства помогала французская полиция. Обыски проводились в 14 местах. По делу арестованы 10 человек.
Преступление выходного дня. Так между собой назвали сложнейшее уголовное дело белорусские следователи. Еще в начале 2019-го ряд отечественных банков заявили о хищении у них крупных сумм денег. В общей сложности неизвестные сняли со счетов более 800 тысяч долларов. Позже выяснится, что в аналогичной ситуации оказались сразу несколько стран, в том числе и наши соседи. Стало понятно, что следователям предстоит проделать огромный пласт работы. Как правило, всем участникам, кто был задействован в этой схеме, сообщалось посредством электронной переписки о том, что в определенные даты будет происходить очередной эпизод хищения. То есть было сказано, что, допустим, в эту субботу планируете, собираете всех людей, кто задействован в схеме, и необходимо будет получить на такие-то карты такую-то сумму денежных средств, которую обналичить и в дальнейшем действовать по указанию о их последующем там переводе или зачислении на криптовалюту. В одиночку разобраться с проблемой мирового масштаба было невозможно. К расследованию подключились помимо специалистов СК сотрудники другого правоохранительного блока, банковские служащие, зарубежные коллеги, в том числе ФБР. Для того, чтобы выяснить причины преступления и источник уязвимости, финансовую сферу пришлось изучить от и до, провести ряд следственных действий с профессионалами Национального банка и понять принципы работы протоколов тех или иных систем. Вот в этом вся сложность понимания процесса технического овердрафта. Хотя в законодательстве такого понятия, как технический овердрафт, нету. Наверное, скорее это операция ближе к клиринговой, да, то есть впоследствии, скажем так, это очень сказалось на принятии решения уже в гражданско-правовом деле. Овердрафт это или клиринговая операция, потому что операция, проведенная вот таким способом, когда банк прокредитовал за счет своих средств, она потом визой не оспаривается. То есть банк не может предъявить, простите, да, то есть там мошенничество, верните нам деньги, кто будет нести ответственность? Нет, у визы четкий стоит запрет на оспаривание таких операций. То есть вы берете ответственность на себя, то есть непосредственно банк, и вы отвечаете за те операции, которые проводятся. Сколько белорусов оказалось вовлечено в преступную схему? Как деньги улетали из банкоматов десятками тысяч? И как удалось устранить уязвимость банковской системы? Детально хищение с помощью платежных карт разберем в проекте «Тайны следствия». Кто такие дропы? Как отмывали похищенные деньги? Почему не стоит разбрасываться реквизитами пластика? И самое интересное – почему преступление выходного дня? Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-1» на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-канале АТН. Серия «Битая карта» проекта «Тайны следствия». Не пропустите. Летний сезон открыли всем. Белорусы и гости хлынули ближе к воде, а вместе с ними подтянулись к зонам отдыха милиция, освод и спасатели. Что ж, все очевидно. Этот блок активно мониторит обстановку. ГАИ, в свою очередь, контролирует соблюдение правил дорожного движения возле водоемов. Ну и добавлю, что тренд этого сезона – следить за порядком, в том числе с использованием беспилотников. Контроль осуществляется посредством пешего патрулирования, а также на велотранспорте и на водном транспорте совместно с представителями освод. Также предусмотрен и негласный контроль. Милиция Минской области напоминает о соблюдении мер безопасности на воде. Также позаботьтесь о своих детях и о сохранности своего имущества. Почему такое внимание? Банально. Люди не всегда соблюдают простые правила. Там, где купаться запрещено и опасно, купаются. Алкоголь и жара вообще страшная смесь, но есть и те, кто совмещают.
Кстати, для информации, распитие спиртного, в том числе пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах, либо появление в пьяном виде может обернуться штрафом до 250 рублей. Повторность такого правонарушения в течение года обойдется вдвойне дороже или повлечет за собой административный арест. И это не просто так. Большинство утонувших на воде – это пьяные люди. Факт. За минувшие выходные в Беларуси утонули 13 человек. Большая часть из них были выпившими. На территории Цнянского водохранилища несут службу как сотрудники советского РУВД, так и сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Ежедневно на данное место выставляются наряды, которые в том числе работают совместно с представителями РОЧС и сотрудниками освода. Уделяется особое внимание сохранности личного имущества, пресечению правонарушений, а также другим противоправным действиям. Зона массового отдыха, которым является Цнянское водохранилище, является общественным местом, и лица, нарушающие законодательство, могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. «Зеленый патруль» продлится до конца летнего сезона. Как и в эти выходные, милиция и спасатели возьмут под особый контроль многие места массового отдыха возле рек и озер. К дежурству будут привлечены специальные мобильные группы. Но не стоит переживать, что за каждым шагом будет следить человек в форме, в милиции отмечают. Да, зоны массового отдыха находятся под плотным контролем правоохранителей. Они всегда рядом. Но замечу, что кодексом об административных правонарушениях предусмотрено как устное замечание, так и более серьезные меры. Это была итоговая программа «Зона X». Увидимся в утреннем эфире на старте рабочей недели. Берегите себя и своих близких.